Возвращаемся теперь к нашей задаче. Заполнить табличку числами от 1 до 15. Здесь опять нужно быстро сделать вычисление. Какая должна быть сумма в столбике? От 1 до 15, чтобы посчитать. Давайте дальше, смотрите. 13, 14, 15. Есть такой стандартный прием. Записать те же самые числа в обратном порядке. Что у нас здесь получается? Здесь получается 15 умножить на 16. Ну еще надо пополам поделить, потому что я написал сумму два раза. Поэтому вот такое вот выражение, да? Ну или другими словами, 15 умножить на 8. А это сколько будет? 120. Молодцы. Это будет действительно 120. Так, столбцов 5, поэтому еще нужно одну операцию сделать. Надо не забыть 120 разделить на 5. Мне уже с места говорили, что будет 24. Действительно, будет 24. Что, решили? Вперед. 5. Давайте быстрее мне. Давайте. Просто давайте сделаем так. Я пишу, а вы мне диктуете сначала подряд число первой строки. Поехали. 3, 1, 4, 2, 5, 6, 9, 7, 10, 8. В каждом столбце сумма действительно 24. Ну что, по-моему, это правда? По-моему, это правда. Он действительно сумел расставить числа. Опять надо сначала просуммировать числа от 1 до 21, разделить на количество столбцов, то есть на 7. Ну и, соответственно, чему должна равна быть сумма? А это вот как. Это надо сделать то же самое, что мы сделали для числа 15, только для 21. 22, это молодец, да. То, что она сейчас делает, называется суммирование арифметической прогрессии. Пар таких будет 10, и останется еще число 1. Вот. Ровно, чтобы вы так не делали, чтобы вы не говорили, что пар будет 10, и останется еще что-то, ровно для этого смотрите, что я там написал. То есть, конечно, так, как вы сказали, тоже можно. Но, смотрите, можно было догадаться написать сумму два раза. Поняла или нет? А если бы написали сумму два раза, столбце было бы 22. Вот про это, про то, что пар 10 вообще не надо было бы писать. И как бы дальше выглядело вычисление? Вот подойдите сюда, посмотрите. Что бы мы дальше сказали? Не для числа 15, а для числа 21. Для числа 21, да. Значит, что... В чем будет отличие? Вот здесь будет не 16, а здесь будет что? 22. 22. Здесь будет не 15 на 16, а что будет? Здесь будет 21 на 22. Правильно, вот надо написать это на доске. 21 умножаем на 22 и делим на 2. Это неправда. Смотрите, что делать. 22 делить на 2 – это 11. Поэтому на самом деле вам нужно, пишите здесь, 21 умножить на 11. А дальше простая вещь. Либо просто перемножить, получить 231. А можно полениться. Можно полениться. Можно прямо так и оставить. Смотрите, в чем дело. Нам же это еще делить на количество столбцов. Не надо умножать. Надо еще делить на количество столбцов. Пишите. 21 умножить на 11 и делить... Количество столбцов забыли или нет? 7. Совершенно верно. Делить на 7. Как это удобно делать? 21 на 7 поделить. Пиши, равно. 21 на 7 это сколько? Бессмысленно переписывать пример несколько раз. Это, конечно, замечательно, старательная школьница, все хорошо, да? Но вообще-то мы делаем вычисления. Поэтому переписывать еще раз бессмысленно. Сколько будет 21 делить на 7? 3. Вот так и надо писать. 3 умножить на 11. Дальше уже надо сообразить, чему это равно. 33. 33, отлично. Господа, вообще-то она сделала существенную часть работы. Она поняла, что в каждом столбце сумма должна быть равна числу 33. Дальше, ну дальше надо работать. Лучше, если бы вы уже думали над какой-то общей идеей. Я нашел закономерность. Табличку вы сможете сделать? Я сделала 1 на 9, я нашел закономерность. Вы сделали таблицу для чисел от 1 до 27, да? Да.
Да. Отлично. Верхнюю строчку диктуйте мне. 5, 1, 6, 2, 7. Я не успеваю. 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9. Значит, 9 и 19. Это 28, 42, сколько? 42, да. 24 и 18. 42. 42. 42. 42. Слушайте, интересно. 42, 17 и 25, 42, тоже 42 и 42. Интересно. Давайте я на всякий случай проверю, а правда должно было получиться 42? Помните, да, как? 27 плюс 1 надо нам с вами умножить на 27, разделить на 2 и на количество столбцов. Поехали делить. 28 пополам – это 14, 27 делить на 9 – это 3. Да, должно было быть 42, и у вас получилось 42, и все числа в таблице разные. Спасибо. Эту задачу вы решили. А закономерность можно сказать? Нужно. Выходите к доске, сюда положите, спокойно объясните, по какому принципу вы эти числа писали. Сначала, не нужен? Нет. Сначала во второй клетке, и через одну клетку будет 1, 2, 3, 4. Потом заново начинается 5, 6, 7, 8, 9. Потом... Да. Слушайте, ребят, а ведь он действительно придумал весьма забавную картинку. То есть он идет с второго места. 1, 2, 3. Давайте сделаем так. Я возьму таблицу какую-нибудь еще побольше. Например, возьму таблицу, в которой 11 столбцов. И попытаюсь по его способу сделать. 5, 6, 7, 8, 9, 10 и здесь 11. Да? Так, пожалуйста, если я буду от его способа отклоняться, то, соответственно, возмущайтесь. 1, 2, 3, 4, 5. Это вроде бы понятно. Начинаем отсюда? Да. Поехали. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Сюда? Нет, да, сюда. Здесь были числа до 9, дальше началось отсюда. Значит, да, 12. 12, 13, 14, 15, 16. 17. Теперь я опять сюда перескакиваю, да? 18, 19, 20. 21, 22. И теперь иду в обратном порядке. 23, 24, 25. Так, ребята, во-первых, действительно, принцип вроде бы понятен. Принцип вроде бы вполне понятен. Теперь давайте проверять. Здесь у меня будет 18 и 33, 51, правда? Да. 51, 51, 51. Фантастика. Фантастика, он решил задачу. Господа, он действительно решил задачу. Теперь давайте посмотрим, почему у него так. Вот смотрите, во-первых, то, что у него числа будут расставлены все. Понятно, да? Он действительно вот начинает 1, 2, 3, 4, 5, потом 6, 7. Это абсолютно понятно. Теперь надо посмотреть все-таки, как строго доказать, что во всех столбцах в общем случае обязательно будет одна и та же сумма. Потому что замечательно, что у нас получилось для числа 11 и для числа 9. Кстати, давайте по этому же способу его... сделаем для семерки. Получилось. А, кстати, для от 1 до 15 написано то же самое. Смотрите. Здесь? Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. А первое тоже сделал первую. Ну нет, первое не так, потому что единица не в том месте. Но дело не в этом. Давайте здесь начинаем. 1, 2, 3,
Мне очень понравилось, потому что принцип простой. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Что там дальше? 12, 13, 14. И в обратном порядке пошли. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Так, проверяем. Здесь 33, 33, 33, 33, 33. Господа, везде 33. Значит, если мы с вами сейчас докажем, что его способ правильный, то тем самым задача наша будет полностью решена. 3 на 3. Давайте, я уверен, что можно. Давайте посмотрим этим способом, как выглядело бы решение задачи 3 на 3. Начинаем со второй клетки, пишем единицу, потом пишем 2, 3, потом пишем 4, 5, потом пишем 6, 7, 8, 9. Вот таким способом. А вот 15. Так, смотрим столбцы. 15. 15, 15. Да, тоже получается. Еще раз, господа, видно, что способ хороший, способ работает. Теперь надо из вот этого ощущения «видно, что работает» перейти к ситуации «мы доказали, что работает». Да, пожалуйста. Он не работает, там диагональ. Он не работает диагональ. Нет, мы же сейчас уже забыли про магический квадрат. Мы решаем только задачу о том, чтобы в столбцах была одна и та же сумма. А мы какой сумме? Что? Мы сделали просто. Да, да, да. Магический квадрат мы сделали просто в качестве такой боковой задачки, в качестве отступления. Да. Но оно везде сработало. Оно везде сработало для нечетных чисел 3, 5, 7, 9, 11. Это вовсе не значит, что оно будет работать всегда. Да. Четными числами. Господа, на самом деле это будет следующий пунктик. Я действительно хотел объяснить, что там будет с четными числами, но давайте пока не торопиться. Давайте пока сначала разберемся с нечетными. Да, что? Я готов доказать. Пожалуйста. Ребята, когда... Нет, так не бывает. Вы можете не уважать своих сверстников. Более того, по секрету вам скажу, что действительно многие из них там математику не знают, и физику не знают, много чего не знают. Но, между прочим, и взрослые много чего не знают, да? И так далее. Но есть такая штука, как распорядок работы. Вот сюда мы пришли для того, чтобы разобраться в каких-то задачах. Это значит, что когда человек вышел к доске, понимаете, я не могу с каждым из вас отдельно говорить. Это просто превратится в непонятно во что. Да? Я буду с одним говорить, а все остальные там будут читать. Это неправильно. Поэтому, когда один человек вышел, то мы обсуждаем его слова. Он может ошибаться. И даже чаще всего, наверное, так будет. Да? Кто-то что-то ошибется. Но в любом случае вы должны разобраться с ним. Пожалуйста. Научитесь уважать друг друга. Если кто-то что-то четко, понятно говорит, значит, надо его послушать. Не болтать друг с другом при этом. К сожалению, очень многие из вас в школе привыкают, что учителя по много раз повторяют, и поэтому не имеет смысла, так сказать, слушать. Потому что все равно все нужное 10 раз повторить. Ребят, есть и так. Здесь у нас нет вот такого желания по 20 раз, по 10 раз вам повторить одно и то же, в надежде, что может быть услышите. Пожалуйста, полное внимание на доску. Уважайте его. Да. Если здесь увеличивается на 1, если здесь уменьшается на 1, и здесь тоже уменьшается на 1, то значит где-то должно увеличиваться на 2. Если... Это философия. Дело в том, что нас в принципе интересует большая таблица. Понимаете, конечно, для тройки можно проверить, там здесь увеличилось, там уменьшилось. Нас интересует общий случай. Как это все выглядит в общей ситуации? Нет, не решили вы задачу. Честно, потому что можно явно в явном виде написать числа. Можно попытаться написать в явном виде, да. Да? Повторяю,
не надо сейчас говорить о четных числах. Мы не решили еще задачу по нечетным, а вы уже пытаетесь торопиться. В результате мы ничего не сделаем. И сейчас начнем говорить о четном. Нет, один из способов состоит в том, чтобы, как вот вам посоветовали, написать в явном виде, что происходит. Можно пытаться так, да.